Все мы устроены одинаково. Пока все хорошо, живы-здоровы, не задумываемся ни о чем. В народе даже говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так оно и есть. Именно в трудных обстоятельствах нам почему-то хочется верить в то, что Бог есть, и Он все видит. Многие люди испытывают трудности. Многие находятся в отчаянных обстоятельствах. Но далеко не все совершают безумные поступки. Как герой нашего сюжета Дмитрий Антоненко. Давайте посмотрим. Дмитрий Антоненко начал увлекаться спиртным еще в школе. Он никогда не задумывался всерьез о возможных последствиях. Придя работать на стройку, Дмитрий не оставил свое увлечение. Считалось, что это как бы норма, чтобы пить там утром, в обед и, естественно, вечером после окончания работы. Ежедневно он приходил домой, еле держась на ногах. Дмитрий не понимал, что это разрушает его семью. Супруге не нравилось, что я выпивал, что я приходил домой пьяный. Это приводило к тому, что мы ругались, это доводилось до скандалов и чуть ли не до развода. Но Диму это не останавливало, и он продолжал пить. Как-то сдавая очередной объект вместе с товарищами из бригады, они решили серьезно отпраздновать это событие. Начав еще с утра, к вечеру все были мертвецки пьяными. Когда Дима отправился домой, он уже был невменяем. Увидев мужа в таком состоянии, жена сказала, что будет разводиться, и попыталась выставить его за дверь. Но он, с силой открыв дверь, крикнул: «Ты за это заплатишь!» Побежал на кухню и выбросился из окна. Дима чудом остался жив, но серьезно повредил позвоночник. Как я потом узнал, что у меня был отрыв кости в поясничном позвонке, третий поясничный позвонок. И потом, когда проходил главврач, он сказал, что, возможно, что или на костылях, но не раньше, чем через полгода, или же потом на инвалидной коляске, потому что этот отрыв, он может в любой момент сместиться. Дмитрия выписали с неутешительными прогнозами, но его стали проведывать верующие. Они молились за него и читали стихи из Библии, где говорилось, что Бог исцеляет людей по вере в Него. У Димы появилась надежда, что он сможет ходить. И чем больше я в это верил, чем больше я молился, я пытался вставать на ноги. И когда я уже почувствовал, что я полностью утвержден в этом, что я верю в то, что Бог исцеляет, я встал и начал ходить, держась за стенки. Чем больше я ходил каждый день, я становился уже крепко на ноги. И потом я начал ходить с палочкой. Придя в церковь, я еще ходил с палочкой, но когда помолились за меня в церкви еще, то я полностью оставил палочку и начал ходить полностью самостоятельно. И ничто мне уже не мешало, и не было никакого страха. Я знаю, что я сейчас полностью здоров, исцелен, и что я уже не пью, хотя работаю в том же самом месте, на той же стройке. И у меня произошли также изменения в семье. Пришла к Господу моя супруга, теща, также дочь моя пришла к Господу. И у нас в семье сейчас полностью обосновался мир Божий, покой. Мы познали любовь Божью, и у нас полностью в семье то единство, которого никогда у нас не было. Я думаю, что кто-то из соседей сказал: вот упал, так тебе и надо. А Бог, наверное, просто плакал, когда увидел, как он упал. И думает, наверное, сейчас момент, чтобы он пришел ко мне. Да, иногда трагедия случается во благо человеку. Безусловно. Взрослые иногда, как дети, думают: вот умру, пусть все узнают, каково им жить без меня. Кто из нас хотя бы раз не испытывал острого болезненного чувства, когда к тебе несправедливы? И все мы склонны себя оправдывать.
Но Библия говорит нам, нет ни одного праведного на земле. И в послании апостола Павла к римлянам, 3 главе, 23 стихе написано, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Понимание этого может стать началом вашего исцеления». Вы нуждаетесь в покаянии перед Богом и Его прощении. Напишите нам или позвоните, чтобы мы могли молиться за вас. Вас поглощают проблемы? Вам кажется, что вы один в этом мире? Есть тот, к кому всегда можно обратиться, тот, кто всегда рядом. Чтобы узнать больше, напишите или позвоните нам. Наш адрес 123 423 Москва, Д-423, абонентский ящик 1, Дом живых историй. Телефон 8 800 299 88, бесплатный по России.